Задача, которая стоит перед Россией в плане организации чемпионата мира по футболу, неизмеримо сложнее, чем та, которая стояла перед Сочи. Там один город, да, город был выстроен фактически с нуля и заново. Здесь надо резко улучшать инфраструктуру 11 городов. Это совершенно другая история. И межгородскую инфраструктуру в плане коммуникации между городами. Везде аэропорты, везде стадионы, везде гостиницы, везде дороги, железные дороги между городами. То есть это совершенно другой масштаб. Но за счет этого масштаба, за счет того, что мы вынуждены будем это сделать, в противном случае просто мы не проведем чемпионат мира, в общем-то, инфраструктура нашей страны в целом может выйти на новый уровень и должна выйти на новый уровень. То есть, по большому счету, для того, чтобы построить новые аэропорты, для того, чтобы построить новые стадионы. То есть это был единственный вариант, когда просто у России не будет иного выхода. То есть я почему был очень рад тому, что мы получили чемпионат мира. Я, честно говоря, к тому, что Сочи получили, честно скажу, изначально отнесся равнодушно. Потом, уже побывав там, вернувшись, я понимаю, насколько это было здорово. Но к тому, что мы получили чемпионат мира, я изначально отнесся очень хорошо, потому что это позволит нашей стране выйти на совершенно иной уровень по части комфорта для людей. Это первое. Что касается, понятно, огромные бюджеты. Воровство – наша извечная беда. Как Карамзина когда-то спросили, каким одним словом он может охарактеризовать то, что в России происходит. Он сказал, ворует. Ну, в общем, с тех пор ничего принципиально не изменилось. Но, по крайней мере, сколько не украдут, но стадион будет. И другой стадион тоже будет. И аэропорт будет. То есть, конечно, нужна система контроля над всем этим делом по полной программе. Но, по крайней мере, эти деньги не уйдут в карманы до такой степени, чтобы мы не увидели объектов. Хотя бы поэтому это должно произойти все. Что касается футбола как такового, мы видим сейчас, в каких ужасных условиях проходит чемпионат России. У нас, пожалуй, стадионы новые построили только в Грозном и в Махачкале. И то это стадионы не экстра-класса, пожалуй, в Грозном получше. Это хорошие стадионы, но это не супер-сверхстадионы. Сейчас другого выхода не будет, у нас будет по всей стране классные места, на которых можно играть в футбол, куда приятно будет приходить болельщикам. Потому что сейчас низкая посещаемость, стабильно низкая посещаемость российского чемпионата, она, в общем-то, чем объясняется в первую очередь? Она объясняется тем, что люди хотят комфорта. Сейчас мы живем в таком обществе, где просто ходить ради того, чтобы пофанатеть, сказать, за любимую команду, людям этого недостаточно. Футбол во всем мире становится семейным способом семейного времяпрепровождения. У нас плохие стадионы, у нас снег, дождь, ветра и так далее и тому подобное. У нас фанатский беспредел, мат-перемат, милиция, которая, полиция, она же милиция, которая, в общем-то, к людям относится не как к дорогим гостям на стадионах, а наоборот, так сказать, врагам, которых нужно уничтожать. Как только у нас будут комфортные условия для того, чтобы ходить на футбол, на него пойдут. И как только люди, хамы, которым ничего не объяснишь уже, вот сейчас приняли закон о болельщиках, когда говорят, что вот, мол, типа только фанаты ходят, а теперь и фанаты перестанут ходить, это полная чушь. Потому что если встроить всех в рамки некоего закона, то пойдут нормальные люди. Эти могут уйти. Пойдут нормальные люди, которые которых больше, намного больше. И которые в комфортных условиях захотят заполнять стадионы. И уже у нас не по 10-11 тысяч будет ходить, как сейчас в среднем, а уже там по 25-30.
И это уже будет совершенно другой подход к футболу. За это уже и другие совершенно и телевизионные контракты будут, потому что это будет приятно показывать. А людям, которые не ходят на стадион, будет приятно смотреть. То есть я считаю, что у нас прорыв в плане чемпионата России пойдет именно после чемпионата мира 2018 года, когда построят все стадионы, когда уже действительно в совершенно других условиях будет проходить наше национальное первенство.